Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку. Театральный сезон закрыт, Армен Джигарханян вместе с труппой своего театра ушел в отпуск. Этот год был для него непростым. Самое время отдохнуть и забыть про негатив. И единственный человек, рядом с которым артист чувствует себя в покое, является его бывшая жена Татьяна Власова. Представляющая интересы Армена Джигарханяна, Элина Мазур уверена, что скоро Армен Борисович и Татьяна Сергеевна помирятся и снова будут вместе. Причем, скорее всего, по ту сторону Атлантики. По словам Мазур, родственники настойчиво уговаривают артиста уехать в Америку, подальше от скандалов, склок, интриг и происков бессовестной Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако врачи пока запрещают ему перелеты. Ранее она рассказала, что Джигарханяна и Власову, которые состояли в браке с 1967 по 2015 год, развели против их воли. Якобы юрист театра Ирина Масиенко подсунула престарелому и доверчивому Армену Борисовичу в кипе прочих бумаг документ о разводе, и тот подмахнул его не глядя. А что вы думаете, чем же все-таки закончится эта история? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!